Привет, друзья! Меня зовут Рашнанит Дзука. Я веду репортаж, продолжаю вести репортаж из психушки, в которой творится что-то вообще непонятное и ужасное. И вы уже видели мои прошлые репортажи, наверное, в прошлом мне отрезали два пальца, психопат с ножами. Я кое-как от него смотался, вы сможете увидеть это в записи. Кстати, если вы смотрите это видео в записи, а не в прямой трансляции, то, скорее всего, у меня уже нет живых, или я просто залил эту запись на YouTube. Вот, что ж, значит, я встретил этого священника сумасшедшего, который сказал мне, что я должен с ним встретиться где-то. Так, давайте посмотрим в заметки, которые я делал. Надо вспомнить, что еще происходило. Вдруг что-то мы упустили. Чем сильнее я пытаюсь сбежать, тем глубже вязну в этом проклятом месте. Затягивает, как трясина. Они пытали людей в подвале, пытали упорядоченно, методично. На стене написано: сначала пальцы, потом яйца, затем язык. Кто-то давал инструкции, руководил этими пытками. Да, вот об этом я вам и говорил. Доктор Рик Трагер. Трагер, больной ублюдок, отрезал мне пальцы. Он пытал и калечил пациентов десятками. Я видел, как он взял и убил одного, и ничего не могу с этим сделать. Разговаривает, как белый воротничок, эдакий мудак из высшей школы бизнеса с набором клюшек для гольфа в багажнике его дуди. Я бы поспорил на оставшиеся пальцы, что он был заправилой в мирков, пока его не коснулось то, что здесь произошло. Хочу отсюда выбраться, хочу обратно свои пальцы, хочу, чтобы Трагер сдох. Ну, конечно же, пальцы, я думаю, обратно я уже не получу. Вот. Так. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Так, ну что? Как мне теперь попасть наружу, я не знаю. Так. Тут какой-то коридор. Дверь. Так, аккуратненько. Все нормально. Кстати, отлить бы не мешал давно. А, хотел еще предупредить, ребята, прежде чем... Мы дальше продолжим трансляцию, вот это вот наш репортаж. Сходите заранее в туалет, потому что тут бывают такие случаи в этой психушке, что вы просто сможете, то есть не выдержите и сходите прямо во время трансляции. Вот. Так что, и кому нет 18, и кто впечатлительный, тоже лучше это дело не смотрите. Если эта запись попала вам в руки, то лучше сразу ее выключить. Я вас, если что, предупредил. Так, ну что у нас здесь? Черт, ни хрена не видно. Вот как тут батарейки экономить? Так, что у нас здесь? Куча шкафов. Если что, смогу спрятаться, если вдруг какое-нибудь говно мне начнет искать. О! Документы. Надеюсь, все эти документы потом кто-нибудь найдет. И если меня найдут, или я выберусь отсюда, и мы дадим им огласку всему, что здесь происходило. Так, пока спокойно отвечу на вопрос Рекса, который спрашивает, планирую ли я проходить на канал игры типа Resident Evil Umbrella Chronicles. Ну, если, конечно, выживу. Да нет таких планов пока что, потому что у меня есть только версия для Nintendo Wii, они уже как-то не очень хорошо смотрятся. Да и как бы это штир.
Кто любит сварить тиры? Я думаю, никто не любит сварить тиры. Тиры нужно играть. Так, ладно, все, хватит о хорошем. Нам тут надо как-то выживать, выбираться наружу. Завал. Я даже не знаю, кто меня здесь ждет. Надеюсь, сегодня зрители спойлерить не будут. Так, я здесь могу наверх забраться. Тут чья-то кровь, кстати. Чья, интересно? Я здесь, вроде, я здесь не лазил. Там какая-то комната. Так, ну ладно, сейчас здесь все посмотрю. Может, тут что полезное тоже есть. Есть подозрение, что придется сюда по первому сматываться. Прям есть такое подозрение почему-то. Хотя нет, тут завал. Завал. Значит, точно сейчас я туда полезу. По кровавому чему-то следу. Как-то я отошел уже за все это время. С времен прошлого репортажа. Чувствую себя получше. Ох, нифига тут пожарище. Нифига себе жара. Так, а как же я пройду-то? Так, ну вот здесь можно попробовать пролезть. Так, 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 так. А, не обжечься бы. Черт, как мне включить систему пожаротушения? Где она здесь находится вообще? Ать! Где тут система пожаротушения? Я не хочу тут сгореть заживо-то. Или она не здесь? В этой комнате ее нет? Я думал, тут на дым должны датчики реагировать и как бы все дела. Психи взяли и подожгли все. Надо, конечно, следить за указателями. Тут на стенах бывают указатели, где что находится. Пока вот все спокойно, все хорошо, все нормально. Можно сильно не нервничать. Так, здесь мне делать нечего, видимо. Видимо, нечего. Где-нибудь здесь. Я не знаю, может, где комната охраны там была, где мы уже были. Так, а здесь... А куда мне идти-то? Попробуем протиснуться. Так. Эх, жалко палец-то, блин. Ну, закрыто. Так, тут, наверное, опять завалено. Да, здесь не пройдешь. Что внутри, не знаю. О, что это у нас? Что это такое? Вода в системе отсутствует. Откройте две заслонки. Было воду спускать, а здесь какие-то заслонки открывать. А где эти заслонки находятся? Капец какой-то. Начинается. Тут-то все самое говно и начнется. Черт, там кто-то ходит. Мне нужно заслонки искать. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Сюда идет, что ли? Открываем дверь. Подозреваю, что заслонка здесь.
Так, здесь есть куда спрятаться? Есть. Так. Не знаю, пойдет он сюда или не пойдет. Кстати, ребята, как меня слышно, то отпишите в комментариях, как обычно. А то мало ли. Так, вроде тихо. Так, вот она. Интересно, где вторая? Так, быстрее прячемся. Фух. Кто-то бежит. Как я и думал. Как и ожидалось. Что, он заходит сюда или нет? Мне кажется, он в соседней комнате топчется и никуда не хочет уходить. Такое подозрение. Я слышу звон его цепей. Он ждет, пока я дверь открою, что ли? Опа! Что за грохот? Нифига не вижу. Ну что, выходить, не выходить, выходить, не выходить. Ну, вроде никого. Фу. Так, стоп. А где вторая-то? Задвижка. Заслонка. Я очень плохо ориентируюсь, вы уже это поняли. А в пространстве, вот в этих всех лабиринтах без карты, мне это очень тяжело дается. Опа, кто-то идет. Мне сейчас будет очень тяжело найти, наверное, вторую заслонку. Хорошо бы нас смотрели те, кто были в этой психушке уже и знают, где она находится. А вон он входит, да? Так. Не пойму, где он. Что это? Фух. Ладно, мы здесь такого уже насмотрелись, так что это нормально. Ой, да ладно, как ты меня увидел? Нет, 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 нет. Ай, чуть. Вот это жесть. Фух. Ладно, сейчас надо быть повнимательней. Так, что нам? Заново, что ли? Заслонки все это самое. Так, система пожаротушения. Все, пошли искать заслонки. Ванны там. Там кафетерия. Так, ладно, идем. Черт, тень этого ублюдка. Что тебе здесь надо, а? Ведь вали отсюда, сволочь такая. А ну да, здесь он нас и прибил в прошлый раз. Видимо. Или нет? А, не-не-не, все, нам туда. Тут же скач какой-то.
Как я этот звук издал, я не понял. Ведро, что ли, споткнулся? Давай, вали отсюда, сволочь такая. Так, иду. За ним мне надо идти. Куда мне еще идти? Идти за ним. Да что ты смотришь-то сюда, я не пойму. Иди отсюда, иди, давай. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего, блин. Он там ломает. Что ты делаешь, а? Ублюдина, что ты делаешь? Чего он там встал? Батарейку экономим. Ты что, ко мне идешь? Блин! Отстань, 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 дурак, отстань! Дурак, отстань! Блин, куда спрятаться? Фух! Фух, кажись, оторвался. Фух! Фух, фух, блин, же скач какой-то вообще начался. Фух, вали отсюда, сволочь, вали отсюда. Так, вроде свалил. Капец. Что же делать-то? Блин! Да не как же мне это сделать-то, а? Жесть. Вот это жесть. Собака. Да, вот это я попал. Надо как-то понять все-таки. Блин, к этой хрени подойти опять. Понять, как тут вообще все-таки все расположено, чтобы. Что, меня увидел, что ли? Вот достал, урод, а. Ну это нереально.
Фу, так. По идее же, в этой стороне же все должно быть. Оба вентиля этих. Почему тут только один? Как бы там же было указано, что паровая здесь находится. Так. Спринклер. Это номер один, значит, или просто вальва, да, все. Так, ладно. Закрываюсь, закрываюсь. Сидим здесь пока. Так, Рекс пишет, что скачал на PC версию Atlas 2 файла, поставил вместо оригинальных, и проходить было проще, потому что враги не атаковали, было наличие 999 батареек. Ну, если честно, я бы не стал в таком режиме играть, это весь интерес теряется, я считаю. Неважно, сложная игра, нет, просто ты получаешь удовольствие от того, что ты ее проходишь, а не просто так получаешь все на халяву. Ну ты свалил там ворота или нет? Так, мне осталось только вторую комнату долго найти. Я не знаю, где она пока. Где-то там, где он бродит, рядом эта комната должна быть. Но где? Черт, неужели у меня еще один палец отрезали? Так, ладно. Как же мне это сделать-то? Тихо, 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 тихо. Это он там шевелится, дышит он. Ага, вон он. Как же мне его обыграть-то? Тихо. Куда ты сейчас пойдешь? Идет направо. Что там справа вообще у нас? Тихо. Сейчас у нас где пойдешь? Здесь, да, ладно. О, отлично, отлично. Надо отсюда валить пока. Надо попасть туда. Туда, куда он смотрит. Ванны. Ванны, где-то здесь должны быть ванны. Где они? Где эти долбанные ванны? Но и здесь нету почему-то. Вроде указатель показывает, что ванны здесь. Почему я их не вижу тогда? Сука, батарейка садится, я не знаю, что делать. Так, ладно. Подождем, пока он тут прошарится. Куда-то надо дальше топать. Хорошо, что он звенит цепями, как кентервильское привидение. Так бы я вообще бы не понял, где он находится. Попробую сюда сходить, что ли, я не знаю.
Куда же еще идти-то? Вроде я тут все обшарил. Ванны налево. Тут некуда больше пойти, нет никаких ванн. Где вы? Где ванны? Кто-нибудь помогите. Где мне их найти? Вообще не понимаю, где их искать. Черт. У меня есть два места, куда он ходит. Сюда, туда. Там я уже открыл заслон. Ладно, подожду, пока он отсюда опять здесь смоется. Придет и уйдет. И будем дальше продолжать. Блин, плохо я ориентируюсь в этих лабиринтах. Ну, в этих комнатах просто. Реально плохо. Я не могу запомнить, где что расположено. Пока батарейку сменю. Так, смотреть мы не будем. Будем слушать, как он идет. Где-то справа от меня дышит сволочь почему-то. Почему-то справа. Это должен быть слева. Фух. Вроде я здесь не вижу никакого прохода, никаких путей, ничего. Дверей никаких, ничего нет. Где этот заслон искать? Блин! Сука! Я не пойму. У меня нет, я в домике. Фу, да неужели пронесло, а? Фу, я чтоб не поверил. Фу. Я думал, что я уже труп. Блин, а где же? Может где-то здесь вернуться? Может где-то здесь есть эта заслонка долбанная? Да навряд ли, блин, наверное, все там. Черт, ну бесит, а? Надо так застрять, а? Что-то вообще жестко. Так, надо все-таки посмотреть еще раз на указатели. Хрен его знает. Где тут что? Ох, как я запарился-то, а? Чтобы показали, где это. Включите систему пожарного. Вода в системе отсутствует. Откройте две заслонки. По идее, этот трубы должен как туда вести или что, я не знаю. Но вообще тут трубы не увидишь, куда идут. Ванная справа, лаундри. Что такое лаундри, я не знаю, но кафетерий нам точно не нужен. Да и там нечего больше искать. Блин, ну что ж такое-то, а?
Где, чувак, скажи нам, где? Где ты прячешь вторые заслонки? Может, где-то все-таки тут подсказка-то будет? Вот там я открыл, а тут нет. Кстати, может, все-таки там, где он сейчас находится? Блин, я батарею нечаянно сменил, вместо того, чтобы просто выключить. Не могу, запутался я совсем в этих комнатах. Чё, где, куда? Запутался в трех соснах, называется. Так, тихо, тихо. Попробуем проползти потихонечку вот туда. Мы же здесь были вроде, нет? Ну мы здесь были, черт, ну. Ну где эти долбаные... Где? Не пойму, а? Ну что за фигня-то, а? Куда идти? Кто скажет, а, друзья? Во, здесь пролезть можно, оказывается. Стоп, или я... И чего я здесь пролез? А, во! Во, блин! Ванные, во! Так, он просто так сюда не пройдет. Ему придется ломать все ограждения. Кровавые ванны. А ты что тут делаешь, чувак? Кого моешься? Давай, помой меня, чувак. Когда меня убьют, обмоешь. Фух, ладно, хорошо, хоть что-то. Теперь останется сейчас... Так, а если что, где мы сможем укрыться? В ванную можно залезть? В ванную нельзя залезть. Шкаф-то хоть здесь есть какой-нибудь? Просто куда я побегу, если сейчас он меня обнаружит и... Вломится сюда. Так, а это что за шкаф? Нет, никуда влезть нельзя. В общем, не знаю, будем действовать по обстановке. Фух. Дверь закрою на всякий случай. Так. Фу, ну ладно, хоть нашел. Вроде пока тихо, никто не бесится. А, стоп. Надо же поснимать для репортажа-то. Ладно, идем. Так, осталось только его сейчас обойти и вернуться в пожарную комнату. Рядом. Так, я, пожалуй, пока сюда залезу все-таки. Надеюсь, он меня здесь не увидит. Отлично. Туда. Так, если я не ошибаюсь, стоп. Сюда.
Да, 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 детка, да. Я это сделал. А! Надо бежать быстрее отсюда нахрен. Стоп, 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 стоп. Ой! Быстрее, 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 быстрее! Давай, 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 давай. Фу. Так, где эта комната, в которой был пожар? Вот она. Тут все хорошо, можно теперь пройти. Только куда мне пройти? Куда мне идти? О, выход, что ли? Выход наружу? О, здесь я не был вроде как бы, надеюсь, что. Фух. 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 Ай! Ну что за... Урод, иди отсюда! Фу, блин. Сволочь. Фух. Фух. Тварь напугал меня. Реально так сдохнуть можно. Ладно, все, вроде стихло. Так, а здесь у нас что? Че хоть там лежит в этой тарелке-то? Пальцы, что ли? Пальцы. Я это уже говорил, но к чертям это место. У меня еще осталось несколько пальцев. Да. Да еще на ногах есть, если что. Что-то здесь ничего не вижу. Может, батареечку какую-нибудь подкинули. Все, ладно, я что-то... Странно, что здесь ничего нету. Какой-то склад для хранения продуктов. Так. Так, ну что, здесь вроде больше делать нечего. На кухне чувака разделали. Он тут с бородой еще. Фу, что-то я сделал хорошее. О, наконец-то выход на улицу. Ура! Ура! Так, на всякий случай здесь пошарю. Ух ты, блин! Как громыхает-то, а? Документы. Фух-фух-фух. Ну ладно, удачи. Пожелайте мне. Найдите отца Мартина. Так, тут ливень-то какой. Я что-то нифига не вижу. Где я его искать-то буду? Вообще нифига не видно. Вы что, издеваетесь? Одни кусты и... Там что-то светится. Что это? О! Это вход. Вау! А, и тут решетка стоит. Ключ. Здесь должен быть ключ. Кто орёт-то? Что это такое? Вот это жесть. Фух. Холодно становится. Холодновато.
Кстати, я же здесь уже был, это же главный вход, по-моему. Охранник. Так, вот там что-то светится. А пойду к свету. Что это? Камера. Или прожектор плохо работающий. О, документы. Хорошо, значит где-то, ну, близко к цели. Возможно. А может и нет. Так, куда же идти-то? Вроде бы и крикнуть его, да? Вдруг кто другой услышит. Что за звуки, а? Что за место, блин, а? О, что это? Какой-то сарай. Может, он здесь? Так, ну-ка я закроюсь и... Фу, обожду маленько. Так. О, ключ. Ключ, я вижу ключ. Батарейка. Фу, еще батарейка. Так. И ключ. Ключ от входа напротив. Что ж, это уже хорошо. Это уже хорошо, можно идти дальше. Что это? Так, ну все, сейчас мы здесь окажемся. Так, открывайся. Хорошо бы еще запереть за собой. Тут у нас что? Что у нас здесь? Какой-то магнитофон старый. Больше ничего нет. Крыша дырявая. А, что такое? А, что это? Что это? Что за фигня? Что за... Что за нафиг? Блин, тут без батарейки никак. Без подсветки. Что это за место? Куда я попал? Так, здесь что у нас? О! Еще батарейка. Так. Хорошо. О, лестница. Может, можно наверх, да, подняться? Сейчас посмотрю, что здесь у нас вообще есть рядом. Скорее всего, блин. Скорее всего, туда. Не, больше ничего не вижу. Тут хоть маленько светло. Стекаю кровью. Нужны лекарства. Чтобы все хоть не загноилось. Так. Что, куда? Куда я смогу здесь пройти? Так, это вот... А, я могу же... Попробуй перепрыгнуть! О, кто это? Так, я не хочу с ним связываться. Это явно не наш человек. Стоп, а куда дальше? А, во! Так.
О, тут можно спуститься, что ли? Ладно, мы пока еще не торопимся спускаться. Возможно, здесь где-нибудь сможем проползти. Так. Так. Я смогу перепрыгнуть в ту сторону? Видимо, мне нужно попробовать туда перебраться. Я не уверен, что смогу это сделать. Ух, сейчас попробую с разбегу-то. А, есть. Есть, отлично. Я хороший паркурщик с детства. Так. Здесь я смогу подняться дальше. Это хорошо. Это кто у нас? Кто-то отдыхает. Отдыхаешь, молодец. Так, дверь закрыта. Так. Я вроде, мне казалось, что мне вроде как сюда, или я перепутал что-то. Ну-ка. Отлично. Отлично. Там какой-то свет впереди. Пойду на свет. Так, батарейка тратить не... Кто это? Кто это? Кто здесь? Кто здесь? О! А, заколочено. Так, а тут у нас закрыто. Так, ладно. Ты меня пугаешь, чувак. Кто там светит, я не пойму. Это фонарь светит на меня прямо. Так. А, точно, тот фонарь. Это, видимо, это он. Так, здесь можно подняться. Он спросил, откуда я знаю, что я не пациент. Нет уж, извините, я с Ди Каприо смотрел, что в проклятых, я явно не из таких. Так. Тюрьма. Тюрьма. В тюрьме ничего хорошего, я думаю, ждать не стоит. Где же этот сукин сын, а? Где мне с ним встречаться? Ну, где ты? Неужели мне опять сюда, нет? Блин. Все заколочено нафиг. Поссать решил, что ли? Ладно, ничего страшного, бывает. Подождем-то, это самый кайф. Никто ж не поймет, что это ты делаешь. Так, ладно, где тут дыра была? В заборе. Так, 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 так. Куда теперь-то дуть, а? Стоп. Я слышу цепи. Неужели опять наш друг толстяк? Точно, это он, походу. Будем ждать, пока он отвернется куда-нибудь. Я бы мог, конечно... Черт! Я бы мог, конечно, что-нибудь всадить ему в спину, но у меня очень болят пальцы. Точнее, кисти. О, хорошо, что он пошел вокруг. Так, а мне куда? Куда мне идти? Я лучше где-нибудь в обход пойду. Нормальные герои всегда идут в обход. Батарейки кончились. Тут я не пройду. Еще не кончились, но можно заменить. Да и хрен с ними. Как-нибудь по стеночке доберусь, я думаю. Куда-нибудь.
А вон туда, я думаю, мне и нужно, где свет горит. Эти цепи звенят. Сволочь такая. Ладно, батарейку надо все равно заменять, по-любому. Делать нечего. Почему оно сверкает, когда я батарейку уже включаю? Блин, сверкал бы, хоть маленьким бы мне освещать помогало. Дорогу. Так, тихо, все, я замолкаю. Где-то рядом. Нам это нахрен не нужно. Где ты, сволочь? Где ты бродишь? Так, фонарь светит. Блин, я сюда шел к фонарю, а тут все за... А, во! Стоп. Заперто. Так, я тебя уже, по-моему, видел, товарищ. А куда же мне идти-то? Что я здесь должен найти? Лавочка. Вон он. О, что это? Что это за место? Место отдыха. Куда это я залез? Должен здесь найти, блин, ёлы-палы, я ничего не вижу. Так, наверх нужно подняться, по-любасу. По-любасу наверх. Наверх, наверх, точно. Сюда, 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 сюда. Отлично. Так, хорошо. Хорошо, так, 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 так. Здесь я проползу. Нет, нет. Чёрт, давай, давай. Вот дальше-то. Так, значит, сюда. И нахрен камеру. Ничего не вижу. Вообще нифига не вижу. Так. Ага, все. Все, опять в другую территорию заползаю. Так, здесь спуск. Так, дальше что? Блин, ну почаще-то сверкай молния, чтобы я хоть что-то видел. Что здесь есть у нас? Что у нас тут есть? А что, у меня батарейки кончились? У меня кончились батарейки, да ладно. Так. По-моему, что-то светится. Батарейка, о. Батарейка. Родная. Ну, я опять ничего не вижу. Хоть... О. А! Ай-яй-яй, ты что, дурак? Отстань от меня. Нет, 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 пожалуйста, не надо, пожалуйста, отстань от меня. Давай, 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 давай. Фу, 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 фу,
Фу, я попал в женское отделение, я должен теперь тут встретиться с Мартином, да? Фу. Так. По-моему, лучше все-таки попасть в здание, чем снаружи тут в темноте шариться. О, тут проход. Кровавый фонтан. Так, что там у нас? Спаси меня, Господи, кажется, я видел Вальридера. Да, это было там, вспышка была, я сам чуть не просрался. Вода пахнет кровью, я чувствую этот запах, как вкус монетки во рту в детстве. А в шепоте все больше смысла. Ловлю помехи, это словно чесотка. Так, значит, здесь мы, скорее всего, не зайдем. Нет, здесь мы не зайдем. Блин, батарейку надо экономить. Она у нас одна осталась. Надо больше времени проводить за поиском. Так, вот здесь мы сможем залезть внутрь, я так полагаю. Так, но я хочу все-таки поискать батарейки, если здесь никого нет. Из таких опасных товарищей. Есть. Отлично. Это что такое у нас? Аппарат чей-то разбитый. Так, ладно, залезаем внутрь. Надеюсь, там будет светло. Что-то здесь как-то все красновато как-то. You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Но вот пройдите через верхние этажи, чтобы догнать отца Мартина. Что-то он нам покажет то, что мы должны увидеть. Я не знаю, может, многие из вас знают, что он там должен показать. Я не в курсе. Вы знаете, я здесь впервые. Батарейки скоро хана, последние батарейки. Просто хожу в надежде найти батарейку. Но больше нигде не попадаются. Надо больше бегать. Черт, кто это? Все. А, во, вижу. Так, что у нас тут? Здесь я протиснусь. Ой, что это было? А, это грязь мне показалась. О, окно. Сюда я смогу пролезть. Ага, точно. Происходит. Это что такое вообще? Фу, так сюда можно не ходить. Отлично. Отлично. Так. Блин, а куда лучше пойти? Ха! Что я сделал? Я не хотел. О! О, хорошо.
Отлично, может еще где-нибудь валяется. Пожалуйста, дайте нам еще батареечку. Так. Вот там лесенка наверх показана, да? Да, тут все заблокировано. Лифт. Мне нужен лифт. А вот лестница, в принципе. Сейчас могу здесь подняться. Хорошо, батарейка. Кстати, заметьте такую фишку. Тут специально сделано то, что батарейки валяются не просто по отдельности, а, как правило, рядом, например, вот с рацией или с магнитофоном. То есть, типа, что вы их не просто так разбросали, а они откуда-то вывалились. Я не знаю, куда мне идти, блин. Тут вроде как можно наверх подняться, но есть же еще другие ходы. Тут вниз можно спуститься. Ладно, нам надо наверх, я пойду наверх, я не буду тут больше шарить. Ну его в задницу. Мало ли, какое говно тут еще встречу. Сейчас еще окажется, что вход, ну так как оказалось, что вход заблокирован. И что теперь делать? То есть вход вниз. Нам нужно идти наверх, но я иду вниз. Как обычно. Что у нас тут? Ой, что такое? Опять батарейка кончилась. Зараза, быстро как они сажаются, а? Очередное дело. Ай, блин, это же... Сука буйная. Капец. Так, ладно. Теперь знаем. Куда нам идти пока что? Вот интересно, это дело, которое я сейчас взял там, оно засчиталось или мне заново идти спускаться вниз, чтобы его взять. А если я пойду сюда? Ой, что такое? Кто здесь? Ау, кто здесь? Отлично, батареечка. Это хорошо. Батарейки здесь теперь на вес золота. О! Еще одна лестница. Почему бы не попробовать здесь подняться? Может быть, здесь увенчается успехом? Хрен там. Задница. Ладно. В принципе, здесь мы, значит, все обсмотрели. Ой, кто это? Так. Значит, теперь что мы делаем? Берем батарейку, идем вниз к буйному. За папочкой. Я не верю, что она нам сильно нужна, но поскольку я веду расследование, все документы пригодятся. Еще бы батарейку желательно.
А все, папки больше нет, можно сюда валить. Остается только вопрос, куда валить. Может, все-таки лифт как-то можно? Да. Так, ладно. Надо подумать. Что, если я смогу перепрыгнуть эти ступеньки? Ну-ка. Точно. Смог. Кто здесь бегает? О, не заперто, отлично. Фух. Ключ нужен. Конечно, смогу я, да. Ключ сначала дай мне. Микрофон, рядом батарейка же должна быть, нет? Ух, там что-то все провалено, прогорело. Так, во, здесь я пролезу. И дальше что? Дальше что? О, спасибо за батарейку, псих. Так, можно сюда залезть. Можно пройти в дверь. Что здесь такое-то? Отлично. Driving the hell in the nails. Что бы это значило, не знаю. Что бы это ни значило, скорее всего, это что-то значит. Так. Что у нас тут? А тут, скорее всего, никуда мы не сможем попасть. Скорее всего, придется возвращаться. Ах, сука! Бежим, бежим, бежим! Бежим! Где там окно? Сука, бежит за мной. А ты кто такой? Займись лучше им, не надо меня трогать. Чувак, вон тут стоит с ножом. Поделитесь, пожалуйста, друг с другом. Не трогайте меня, пожалуйста. Хватит меня преследовать. Так. Так, куда деться? Черт, куда мне деться? Куда мне деться? Фух. Фух, кажется, меня потерял. О, отлично, ушел, сволочь. Фух. Invite the wall rider. Пригласи того, кто пишет на стенах? Или что это значит? О,
Во, кстати, а почему бы нам через камин не попробовать наверх подняться? Или... О, нет, я сюда не влезу, я же не Санта-Клаус. Нет, не влезу. Черт. Черт, эта сука пришла. Ох, как я устал. Да, пропал, прелесть пропала. Твоя. Так, ну короче, я зашел в тупик. Потихоньку будем смотреть. Я бежал просто сломя голову, я не знаю, куда я бежал. О, даже две батарейки. Вот это круто. Джекпот. Там показывает лестницу наверх. Она, видимо... Здесь можно спрятаться, если что. Так, а вот куда теперь мне идти? Что-то я уже... А, стоп, там псих. Туда мы не идем. Лестница здесь. Конечно, он здесь, наверное, не один. Тут двери... Ой, тут перелазит. Кто это? Это такой же урод, как и тот. Черт. Тихо. Я не хочу умирать, я хочу шкаф. Фух. Фух, кажется, он не увидел меня, потому что темно. Ох, как я устал-то. Не пойму, он там нет. Кажись, нет. Так, что у нас тут? Чтобы вставить предохранитель, нажмите квадрат. Но это нам нужно, чтобы лист починить, я так полагаю. Предохранители где-то искать надо. Да вы издеваетесь? Какие тут предохранители нахрен? Вы чё? Где их искать, эти предохранители? Так, я же здесь уже был. Эй, чувак, иди сюда. Так. Да, точно я здесь был. Возможно, где-то мимо предохранителя проходил уже. Ну, блин. Я их не увидел, или потому что, как бы... Я сразу не подошел к освещению, может, из-за того, что я начал чувака убегать. И где теперь мне их искать, я не знаю. Где они должны быть, эти предохранители? Чувак, у тебя нет предохранителей? Вот попал-то, а?
Ай. Ладно, пробегусь, посмотрю. Может, где увижу предохранителя. Где они могут быть? Не в этой комнате случайно. О! Предохранитель нашел. Тихо, 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 тихо. Батарейка. Стой, 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 стой. Я могу выдержать пару ударов по спине. Ничего страшного. Куда теперь-то? Что это я сделал? Это от чего? Это от лифта открылся или что? Почему я сюда не могу запрыгнуть? А, тут еще какая-то кнопка. Вроде предохранитель на месте, а почему не могу ее нажать? Да ёлы-палы. Может, где-то тут что-то открыл теперь. Что теперь я должен сделать-то тут, а? Что-то непонятно, может, кто подскажет? Для чего я сейчас это... Что я вообще сделал? Вставил предохранитель, включил что-то, какую-то кнопку. Что мне дальше делать? Что я включил вообще, я не пойму. Или я лифт все-таки запустил, и теперь надо куда-то к лифту вернуться, и чтобы он заработал. Или чего? Так, мне в комментариях подсказали, что я должен... А, ключ упал вниз, нужно спуститься вниз по лестнице, и там будет ключ. Блин! А, психи задрали. Где тут теперь вниз, я уж не помню. Куда спускаться-то и как. Я так полагаю, здесь это надо выпрыгнуть опять. А, я не вижу ни хрена, сейчас меня убьют. Меня уже бьют. Здесь же я вроде должен спуститься.
О, он меня сразу бросил. Хорошо. То есть мне что, сюда спускаться опять что? Ай! Капец. Фух, ну ладно, друзья. Я думаю, на этом мы остановим наш репортаж сегодняшний. И так тяжко, что-то много я пережил всего. Вот. Ключ мы будем искать тогда. В следующий раз, если вам будет интересно, вы поддержите лайком на ютубе, пишите в комментарии, хотите ли увидеть продолжение. Возможно, в следующей серии уже будет вообще конец игры. Я так подозреваю, что наверху мы там что-то увидим такое, что будет все возможно. Вот. Ну, на этом у меня все. С вами был Рашта Низука. До новых встреч!